Всем привет! Сегодня у нас в студии туфли, которые являются гордостью Шимана. Это велотуфли для шоссейников. И, конечно же, они сделаны со всеми технологиями, которые только возможны, для того, чтобы педалировать было легко, эффективно и комфортно. Итак, давайте рассмотрим, в чем же прелесть данной модельки. Верх, как всегда, у всех туфлей Шимана – это перфорированная искусственная кожа. Она выглядит следующим образом. Достаточно мягкая. И у нее есть такая 3D-вставочка из ткани. Ткань очень крепкая. Мы ездим на обуви Шимана и знаем, как она эксплуатируется прекрасно. И все это вместе обеспечит вам хороший комфорт и отличное влагоотведение при поездках. Теперь поговорим о колодке. Колодка унифицированная. Конструкция подошвы и верха сделана с учетом всех стандартов, всех достижений, всего опыта, который накопил Шимана, и создает необходимую жесткость и, конечно же, комфорт. И все это сочетается с небольшим весом. Вес такой туфельки 243 грамма в 42 размере. Давайте посмотрим подробнее, что это все значит. Вот форма, близкая к форме ноги, с зауженным таким удобным носком, закругленной пяткой, антискользящей вставкой, мягкой и антискользящей вставочкой на пятке. Все это создает удобство при поездке. Теперь давайте посмотрим на наши любимые двойные независимые защелочки BOA IP1. Они обеспечивают очень широкий диапазон корректировки этих туфлей по ноге. И очень быстро это делают. Буквально за один оборот у вас хорошо происходит затяжечка. Вот мы отпустили. Вот мы затянули. Прекрасно регулирует по ноге. Вот такая вот форма всех этих затяжек дает возможность хорошо закрепить туфлю на ноге для того, чтобы педалирование было эффективным. Теперь поговорим о стельке. Стелька – это отдельная песня в этих туфлях. В велообуви высокого уровня Шимана практикует следующую вещь. Стелечка имеет съемную часть, которая обеспечит вам удобство именно к вашей ноге. Есть на липучке оно крепится. Вот такая желтого цвета, она более плотная. И для тех, кому нужна побольше вставочка, есть еще красного цвета. Она также садится сюда и обеспечит комфорт. Вы попробуйте, какая удобнее для вас, и, конечно же, подберете оптимальную. Ну, давайте завершим о стельке. Она, как всегда, с отверстиями вентиляционными, как всегда, легкая и со специальной пропиткой антибактериальной. Вот такая прелесть. Подошва. Подошва у нас неоднородная. И это здорово. Она жесткая, индекс жесткости у нее 12. Многим это говорит о том, что это действительно одна из вершин для шоссейной велообуви. И такая подошва еще и сочетается с дренажным отверстием для влажной погоды. Жидкость имеет возможность вытекать, воздух заходить. То есть подошва продумана. И, конечно же, вот такая жесткая карбоновая вставка в том месте, где будут крепиться шипы. Это тоже очень важно. Туфли обеспечивают полное единение спортсмена с велосипедом посредством педалей. И такая вот фишка в этой модельке, у них даются специальные носки под цвет, со специальными подушечками здесь, которые придают такой комфорт и хорошую вентиляцию. Ну, на этом не кончаются сюрпризы от Шимана.
И к этим туфлям вы получаете вот такую шикарную сумочку, в которой будет удобно возить эти туфли с собой, либо носить их. Желтой модельки носки выглядят следующим образом. То есть все под цвет, все красиво. Чтобы получать полное удовольствие от пользования этими туфлями, Shimano делает все, что только в его силах. Мы предлагаем вам выбирать лучшее, правильно подбирать размеры, которые указаны на размерной сеточке вот на этой коробке. Здесь же видно, где производятся велотуфли. Обратите внимание на размерную сетку. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к нам. Мы обязательно вам расскажем, как правильно замерять стелечку для верного подбора, оптимального подбора велообуви Shimano. У нас огромный опыт в этом плане. И, конечно же, вышлем бесплатно на примерку. Обращайтесь в Веломоду. Мы ждем ваших звонков.